октября в Беларуси заработает новый механизм добровольных накопительных пенсий. Работники смогут уплачивать дополнительный страховой взнос до 10% от зарплаты. Подключится и работодатель, но средства не будут вычитаться из оклада. Начать копить можно за 3 года до выхода на заслуженный отдых. После деньги будут выплачиваться ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет. В Беларуси набирают обороты туристические услуги. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 30%. Выручка с января по июль – 85 миллионов долларов. Востребованы гостиничные комплексы, агроусадьбы, базы отдыха и объекты общепита. Теперь главная задача – развивать сервис и совершенствовать инфраструктуру. В стране уже с октября стартует первый этап репетиционного тестирования. Второй запланирован на январь-февраль. Третий пройдет с марта по апрель 2023-го. Уже определены 12 учреждений, 4 из них в столице. Подробности на сайте РИКС. На выходных сохранится неустойчивая погода. Первый месяц осени оказался скуп на тепло и солнце. Октябрь тоже не обойдется без дождей и туманов. В ближайшие дни ночью столбик термометра покажет всего плюс 2. В светлое время суток максимально будет 12 выше нуля. В Бобруйском районе накануне около полуночи произошла смертельная авария. 54-летний водитель микроавтобуса вблизи деревни Ясный Лес совершил наезд на мужчину, который стоял на проезжей части дороги без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.